В лабораторных условиях озон получают при пропускании электрического тока через кислород. Для этого используются особые приборы-озонаторы. Один из таких озонаторов представлен на рисунке. Он состоит из стеклянной трубки, обвитой снаружи металлической проволокой. Внутри трубки, вдоль ее оси, проходит вторая металлическая проволока. Через трубку пропускается кислород, а проволоки присоединяются к полюсам индукционной катушки. Через кислород проходит электрический разряд, во время которого и образуется озон. Острый запах озона ощущается вблизи работающих электрических машин, кварцевых ламп, ксероксов. Озон образуется в воздухе при грозовых разрядах молний.